На футбольном поле харьковчане в красно-зеленом, львовяне в желто-синем. Руководство первой столицы в выходной день пришло поддержать своих. Мэр не сомневается в исходе игры. Что пожелать нашей команде? Чтобы больше забили голов и меньше пропустили. Что пожелать Львову? Чтобы они не расстраивались, когда это случится. Трибуны заполнены. За тем, как депутаты гоняют футбол, наблюдают и эти две женщины. По именам никого из игроков не знают, но большинство помнят в лицо. В будни они натирают полы в холле мэрии. В выходной – заслуженный отдых. Мы пришли, потому что мы люди свободные, пенсионеры, дома делать нечего. И решили прийти поболеть за своих. Попасть в харьковскую команду желающих было много. Отобрали лучших. Депутаты и работники, те, кто умеет играть в футбол, любят, пригласили все желающие. Сделали отбор, отобрали 30 человек. Из 30 способны выйти были на поле 20. Вот 20 все играли. Среди игроков есть и тот, кто депутатский значок не носит. Главный тренер металлиста Мирон Маркевич. Первый тайм отыграл за харьковчан, во втором перешел на сторону Львова. Организаторы так приняли решение, так что я с задоволением и там поиграл. В первом тайме депутаты разогревались. Уже во втором стали забивать голы. И только харьковчане. На табло 2-0. Депутатская группа поддержки распереживалась. Львовские коллеги обидеться могут. Больше голов не надо. Я думаю, что это будет не очень гостеприимно. Мы не хотим так обижать наших коллег, друзей из города Львова. Игра закончилась победой харьковчан. 2 мяча – ворота противника. Замечательная игра, очень напряженная. Мы знаем эту команду, команда не сдается без боя. Нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы достичь этой победы. Львовяне огорчены, проиграли второй раз. Весной встречались с харьковчанами на родных просторах. Команда была явно сильнейшая, ніж коли приїжджали до нас в гості. Підготувались ви краще. Може, через те, що ми добу в поїзді їхали, толком не виспались, так не вийшло, скажімо так, на 100%. Исход игры, говорят депутаты, на харьковско-львовском сотрудничестве не отразится. В доказательство после матча пошли дружить. Дружить мы будем сейчас, за обедом. И дружить крепко. Маргарита Кузьмина, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».